Я нахожусь на территории Серпуховского Высоцкого мужского монастыря. Тут очень красивый вид. Вот показываю вам, где здесь вход в монастырь. Это здесь главный вход в монастырь. Это здесь колокольня с часами на главном входе. Высоцкий мужской монастырь. Здесь неподалеку течет река Нара с водопадом. Вон там водопад. И рядом пруд небольшой, вон он, внизу. Там стоит домик для уток, и там, по-видимому, плавают утки. Там монастырь находится, там дальше. Это здесь территория вокруг монастыря. Здесь еще сам город Серпухов, вон там еще много других церквей. И издалека их видно, но на сегодня очень плохая видимость, поэтому видимость плохая. Так, это здесь главный вход в монастырь. Вот, посмотрите сами, как здесь красиво. Здесь висят иконы святых. Здесь вот главная площадь монастыря. Это здесь главный храм монастыря. Так, в общем-то, здесь монастырь довольно большая площадь монастыря и довольно красивый монастырь, красивый храм, на которых нарисованы красивые иконы, очень красивый. Вот смотрите сами. Сейчас я пройдусь по всему монастырю и покажу вам его весь, и вы сами увидите, что здесь очень очень красиво. Вот. Смотрите сами. Показываю вам все виды. Там проход закрыт, поэтому туда я не пойду. Туда мы пойдем еще потом. Там находится запасной выход из монастыря. А здесь вот тоже красивый вид. Это здесь центральная площадь. Очень красиво. Туда написано иконная лавка, здесь храм. Это все вид монастыря, тут очень красивый вид. Вот это все у нас монастырь. Но уже с другой стороны, как говорится, вход и проход уже с другой стороны. Здесь тоже небольшая колокольня, висит маленький кубоков.
Здесь у них находится небольшой храм, на котором изображен лик Иисуса Христа. Дальше там впереди будет столовая и паломнический корпус. Вот. Вот это синее здание, это есть столовая и паломнический корпус. Тут все вместе находится. Вот тут веник, вот написано монастырская трапеза. Обеды, чай, выпечка. Там находится столовая. Вот такой вот, в принципе, этот Высоцкий мужской монастырь. Достаточно неплохой. Это здесь уже выход из монастыря. Все. Вот, пожалуйста, смотрите сами еще раз. Какой он большой. Он туда тянется, и туда, и сюда. Это здесь вот виды общего монастыря. Вот, какой большой тут вид. Вот. Вот, пожалуйста, это вам Высоцкий мужской монастырь. Город Серпухов, Московская область. Все, запись окончена.